Полінника Сергія Володимировича, 4.10.1991 року народження, відбувати звільнити в залі суду негайно. Зобов'язати Полінника Сергія Володимировича. Я не могу согласиться с тем простым фактом, что человек, и в суде об этом сейчас говорили, который наезжал на полицейского, сбивал его с ног, атаковал полицейского, сегодня находится под особистым зобов'язанням, а полицейский при исполнении обязанностей отсидел в заключении несколько дней и сегодня находится под домашним арестом. Это говорит о дисбалансе. Это говорит о том, что я, как министр внутренних дел и глава национальной полиции, скажет еще, мы не можем сказать о том, что нам вердикт правосудия мы считаем справедливым. И полагаю, что адвокаты еще доведут эту ситуацию до конца. И важно лишь то, чтобы украинское общество уважало полицейских и принимало факт, что нападение на полицейского, который при исполнении своих обязанностей, это большое преступление. Когда вы меня спрашиваете, довольна ли я решением суда, я скажу, что недовольна. Потому что, когда человек улыбается всем нам, которые отпустили вчера, я уже как бы заявление сделала об этом, я недовольна, конечно, потому что это несправедливо. Это несправедливо, когда полицейского судят за того, что он исполнял свои обязанности. Это раз. Второе. Будьте осторожны, пожалуйста, все. Потому что это единственное достижение в стране, что у нас пока есть, к сожалению. Так что давайте все задумаемся о том, что полицейские делают и куда двигается наша страна. Ну, насправді це більш м'якший запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Я хоч буду перебувати на волі і час від часу буду мати можливість бачити дружину, рідних, близьких і повноцінно жити. Трішки детальніше про цей інцидент в СІЗО, що трапилось з губою, власне, пояснити. Буду з незрозумілих причин мене помістили в загальну камеру, де відбувають покарання, де ув'язнені інші затримані. І з словами «Мусор, ти в'язав братву», на мене накинулась людина з наколками і здійснила декілька ударів в область голови. Я, відступаючи, щоб уникнути сутички, зіткнувся, впав, це не зупинило нападника, і він здійснив декілька ударів.